Так, стоп. Вон он, гад такой, наверху. Ой, убегаем, Наташка, Наташка, Наташка. Yes. Блин, такая огромная махина летает. Здорово, здесь врагов сделали, мне очень нравится. Вован, привет. Чувак с дрелью тебя ждет. Йо! Я не хочу. Макс, блин. Илья, привет. Люсь, как тебя в ПСН зовут? Эдвард, точно так же меня зовут. Илья, спасибо. Спасибочки. Меня везде зовут Нокс Аркана. Нокс Аркана. Меня зовут. Так. Ага, он за дверью, что ли? А он же может, наверное, сквозь дверь, да, пройти? Барри, как ты думаешь? Нет, он не проходит. Ай, ай, ай. Блин, ну как же нам его убить? Он за дверью, походу. Подождите-ка. А, ну... Фиг с ним, он нам ничего не сделает, пока он за дверью, я думаю. Черта нету. Блин, ребят, я хочу просто очень тщательно все обыскать, потому что я дошла до сюда без единой аптечки. Меня это очень смущает. Очень. Уворачиваться. Так, уворачиваться кружком. Не, ну в принципе. Может действительно уворачиваться, просто нормально все. Дайте аптекочку. Нет. Напоминает из шестой части. Пока, Люська. Пока, печенька. Так, из шестой части. А, точно. Слушай, там были какие-то кучки насекомых. Я помню, в шестой части такое было. Тоже невидимые такие, по-моему. Какие-то насекомые, короче. Ой, он здесь. Так. Бегом! Ай! О, нет. Наталья, держись. Блин. Фу. Не повезло. Может, меня загрузит, когда я сейчас аптечка была? Искать лучше Натали. В самолете за Леона? А как это тебе может напоминать в самолете за Леона? Ой, далеко загрузили. Очень. Блин, загрузили вообще самое начало. Как мы сюда вошли, а? Нельзя так делать. Так, мы будем искать Мойру этого, да? Просто так говоришь. О,
Yes! Ну все, круто, не зря меня загрузили. Тут, оказывается, травка была. Две травки уже, все, я рада. Передаем. Передаем травку. Отлично. Ой, что-то спина устает. Обширная такая же. Так, здесь точно ничего не было. Здесь меня сыщик такой не очень хороший. Было. Рассказывай, какой я подарок сделал девчонкам в классе. Рассказать. Эдвард, расскажи. Интересно, какой ты подарок сделал. В прошлом году нам на работе, значит, мальчики подарили такие заварные чайники прикольные. Там был чай внутри. Они, короче, разные такие, с цветочками, с грибочками, такие очень классные. Да, и чай был внутри. Вот, мне очень понравилось. Оригинально. Красноярск геймер. Да здесь не страшно. Игра вообще не страшна. Ну, вот самое страшное, это вот то, что вот сейчас происходит. Ну, это намного как-то меньше хоррора в этом, чем в Evil Within, например. Ты играл Evil Within? Да блин! Так много патронов пришлось потратить. Так, ради интереса, что тут у нас наверху? Уже сходить, чтобы больше. Да ладно, еще выше. Да ладно. Действительно, еще выше можно было подняться. О, еще одна травка. Ну вообще. Упс, упс, упс. Сори, говорит. Я говорю, иди-ка ты нафиг. Я направляю. Ой, что-то я не то читаю. Я подарил каждой девочке розу и обнял. Блин, это супер вообще. Я розы вообще обожаю. Это мои любимые цветы. Завидую твоим девочкам. То есть ты сам, вы даже не с мальчиками скидывались, ты просто решил сам подарить девочкам каждой по розе. Вот, молодец. Я, главное, нравлюсь большинству в классе. Хитрый какой, а? В итоге они получили каждое по розе и теперь думают, эх, какая же роза-то круче, кто же из нас ему больше нравится? А у тебя, небось, девушка есть. Вот такой попадос для бедных девочек. Но все равно ты молодец. Так, в прошлый раз нас здесь так нехило прессанули. Так что сейчас сделаем по-другому. Как по-другому-то? Если честно, не знаю, как действовать. Ладно, давайте сделаем так.
Берри оставим здесь. Отдала команду. Фэнмен, привет. Вован позвал меня на спойлер с Two Revelations 2. А где Вован-то? Не пишет нифига. Нет, я одиночку. Вован написал привет и молчит теперь. Где, где, где монстр? Я пытаюсь. Yes. О, сейчас мы смешаем еще и красную с зелененькой. У нас будет еще три аптечки. Стоп, мне не лезет. Или как? Странно, квадрат не написали. Так, сочетаем. Отлично, 5 аптечек. Это супер вообще. Так, бутылок нету. Стоп. Угу. Ладно, я ей отдам тогда 2 аптечки. Я так боялась, что если тут будет босс, что я приду вообще без аптечек, без ничего. Ну все хорошо, 5 аптечек. Люся, ты где живешь? В Санкт-Петербурге. О. Сам надоумил делать платину Last of Us, чем я неделю уже занимаюсь. Даже не прохожу второй эпизод. Все силы бросил. А сам пропадает где-то. Давайте все вместе позовем Вову. Вова! Чего ты ничего не пишешь, не звонишь, не говоришь? Мы не поймем, здесь ты или где вообще. Так, а как... О, они, короче, что-то у меня по отдельности как-то ходили. Ну так платину Last of Us, это милое дело. Конечно, делай. О, ко мне Эдвард добавляется. Скажу вам по секрету. Как Дед Мороза. Привет из Москвы, у вас кашиш дешевый. Это вопрос или это факт? Насчет гашиша вообще ничего не знаю. Я даже не знаю, сколько сигарет стоит. И знать не хочу. Так, у нас, короче, была такая фигня. Я поднялась по лестнице, и там какой-то голос мне сказал: прости, прости. Оп. Попрошу. И я боюсь туда теперь идти. За что он извинялся-то? За что он будет меня убивать? Заранее извинился. Фух, ну я все-таки пойду туда. Так, давай разберемся окончательно в наших с тобой припасах. У нас тут что-то непонятно творится. О, если мы это сочетаем вот с этим, получится. О, класс. Место освободилось. Так, аптечки я все-таки передам. Факт.